Его голос завораживал с первых же звуков, блистательный певец и актер. В кино его приглашали исключительно на роли аристократов. Главное, что он актер, ни на кого не похожий, создатель своего особого жанра. Вот в чем его сила. Вот действительно, в этом была его сила. И, кстати, Шаляпин не считал его певцом, он говорил о нем «сказитель», но высоко ценил. Долгое время он находился в эмиграции. После возвращения на родину этот певец давал много концертов, очевидно, торопясь вернуть то время, когда он отсутствовал. Возможно, именно это и стало причиной раннего ухода знаменитого артиста в мир иной. Он умер в 68 лет на своей родине, в России, которую безмерно любил и где так мало провел времени. Этого человека звали Александр Вертинский. Саша Вертинский родился в Киеве. Своих родителей мальчик помнил плохо. После их смерти Саша и его сестра Надя оказались в разных семьях и долгое время не подозревали о существовании друг друга. Они встретились спустя много лет. Оказалось, что Надежда к тому времени тоже стала артисткой. Но счастье брата и сестры продлилось недолго. Надя Вертинская погибла во время войны. Александр остался один. Но жизнь продолжалась. Сам Вертинский в своих мемуарах вспоминал, что его постоянно тянуло на сцену. Во время обучения в гимназии Саша больше увлекался театром, нежели процессом образования. Творчество для него было основным. Это все, как говорится, может быть, не очень и проза жизни, а у него жизнь была такая насыщенная. Но вот то, что он старался принести радость людям. Регард, шери. Какую красотку я тебе откопал. Elle est charmante, n'est-ce pas? Elle est tout à fait douce. Простая. Как и все, впрочем, дамы вашего вкуса. Не сердись, mon ange. Я ведь и тебя старал. Лучше бы вы поменьше старались. Oh, c'est plus fort que moi. Это сильнее меня. Я всегда был поклонником красоты. Позднее Александр начинает писать рассказы, которые с удовольствием печатают небольшие киевские газеты и журналы. Но жизнь в Киеве становилась все труднее, работы было все меньше, и молодому Александру не оставалось ничего, кроме как покинуть город его детства и отправиться в Москву, о которой Вертинский много мечтал. «Это город моих надежд», — так говорил о нем сам Вертинский. Именно там он мечтал прославиться. Первые свои шаги как певец Александр Вертинский начал делать в Московском театре «Миниатюр». А потом, как говорится, все закружилось и завертелось. Вертинского стали приглашать на вечера и в концерты. Там немножко другая публика была, которая, с которой он рос. Он пел там, у него была песенка о распятых на московских бульварах, как хаинистках и так далее там. Вот. Он сопереживал той эпохи, которая была. Будущий артист начинал выступать в костюме Пьеро, который сначала был традиционно белым, но через какое-то время Александр сделал свой костюм черным, а впоследствии и вовсе оставил лишь черный фрак, цилиндр, белую манишку и лаковые туфли. Какой он был большой, широкоплечий, а в походке, в манере кланяться, что-то развинченное, капризное, чуть ли не женственное. Но это идет ему, это в стиле его песенок, он прекрасен. Солнцем пьяны, как вино. Известность к Вертинскому пришла еще до революции. Билеты на его концерты раскупались на много недель вперед. Теперь про Александра Вертинского твердо можно было сказать. Это звезда. Он продолжал писать свои песни-новеллы, в которых были и сюжетная линия, и конфликты, и непременная развязка всего сюжета. Он был великим актером. И когда это... Тексты были для него, чтобы показать актерское мастерство, и он свой смысл вкладывал, и верилось, что это все так и есть. Эти песни имели ошеломляющий успех. Их заучивали и распевали на каждом шагу. Александр Вертинский начинает ездить по стране с концертами. Он писал о любви, пел о любви и пел так, как никто другой. Однако жить в Москве становилось все труднее и труднее. Контрреволюция начинала набирать обороты. И Вертинский уезжает сначала в Киев, потом в Харьков, дальше в Одессу. Власть на юге менялась с молниеносной скоростью. Если утром главенствовали белые, то к вечеру верх одерживали красные.
Контрреволюция отступала, отступал и Александр со своими концертами. Твой отец торговал кружевами сладка, но у тебя есть здравый смысл. Говори. Господь благословил процветание нашей республики. Торговля в Турции – основа этого процветания. Значит, и торговлю благословил Господь. Но султан Османов Мурат может рассердиться на нас за нашу дружбу с Кандербегом Великой Душ. И тогда нам невыгодна победа с Кандербегом. Ни он, ни Лек Захая никогда не успокоятся, пока наши города будут стоять на их земле. Олег Захария тоже вступил в Лигу князей. Но Лек Захая болен. Он здоров, как бык. Ну и что же из этого? Сегодня мы веселимся и радуемся земному, а завтра Господь призовет нас. Пути Господни неисповедимы. И ты купишь землю Лека Захаи. Он был нам другом. Вот мы и должны помочь его вдове. Однако время было такое, что вскоре на выступление уже никто не ходил. Оказавшись в Севастополе, Вертинский сел на пароход, отходивший в Турцию. Тогда еще Александр Вертинский не знал, что разлука с родиной продлится целых 25 лет. О своем поступке Вертинский пожалел сразу, как сошел на турецкий берег. Однако поделать уже ничего не мог. Рассуждая об этом, Александр Николаевич впоследствии так и не смог найти ответа на вопрос, зачем же он покинул родину. Приехав в Константинополь, Александр Вертинский пробует выступать в отелях, но вскоре его положение, так же, как и многих других русских эмигрантов, становится все хуже и хуже. Его песня о родине очень много связана с тоской. Он тосковал по России. Оставаться на противоположном берегу Черного моря уже не имеет смысла. Тогда судьба сводит Александра Вертинского с неким Кирьяковым, который становится его импресарио. Тот помогает певцу раздобыть греческий паспорт, и вместе они уезжают в Румынию. С этого момента начинается совершенно другой этап в жизни великого певца. Потому что он был отражением своей эпохи, отражением определенного круга людей. Он стремился быть там, где и был его зритель. Ну, будем говорить о зрителе эмигрантском. После Румынии Вертинский вместе с Кирьяковым отправляется в Польшу. В 23-м году перебирается в Германию, но там он пробыл недолго, ведь почти рядом был Париж. Во Франции Александр Вертинский пробыл до 1933 года, после чего певец оказался в Палестине, где у него был ангажемент на ряд концертов. Далее была Америка и, наконец, Китай. В Америке тоже сравнительно недолго он пробыл, по той причине, хотя там его приглашали голливудские магнаты. У них были утренние чаи, такие утренние встречи, и они приглашали людей туда, на них знаменитых. Вот среди иммигрантов знаменитостью был Александр Вертинский. Во всех странах Вертинский дает концерты и пользуется необычайным успехом. Но все думы Александра Николаевича обращены к родине. Возможно, именно поэтому Александр Вертинский так долго прожил в Китае. Близость с советской границей рождала смутные надежды в сердце певца. В Китае Александр Вертинский познакомился со своей второй женой. Впервые Александр Николаевич соединил себя узами брака, когда был в эмиграции. Но молодые прожили вместе совсем недолго. Второй раз Вертинский женился, когда жил в Шанхае. С Лидией Владимировной Александр Николаевич обвенчался в мае 1942 года. В 43-м у них родилась первая дочь, Марианна. Он говорит, не только кораблям нужна пристань, человеку тоже. И вот он немножко в возрасте, уже постарел немножко. И он там женился на женщине, которая никакого отношения к артистическому кругу не имела. Вот, у них родилась девочка первая. Именно в 43-м году Александр Вертинский возвращается в Россию.
Когда началась Вторая мировая война, чувство любви к родине обострилось настолько, что находиться вдали Александр Николаевич больше не мог. Но все-таки основной его зритель был в России. Он это понимал. И когда началась война с Германией, а там в Шанхае были японцы, значит, русские разбились на два лагеря. Оборонцы и пораженцы. Он был в составе оборонцев, то есть которые желали победы России. И вот они организовали союз возвращения на родину, и одним из первых Вертинский попал сразу в Москву. Он подает прошение о том, чтобы вернуться в Советский Союз. И вскоре семья Вертинских оказалась в Москве. Жизнь его сложилась здесь сразу удачно. Что, впрочем-то, с одной стороны, и удивительно, а с другой стороны, и не удивительно. Первый концерт состоялся в ВТО. Громадный успех. Потом идет в ресторан, ужинает с Утесовым и с его женой и дочерью. Интересен и тот факт, что после возвращения Вертинского в СССР зарубежная пресса написала о том, что эмигранта расстреляли или же до смерти замучили в камере Лубянки. А сам же певец бесконечно был рад тому, что наконец-то оказался дома. Но счастье встречи с родиной продлилось всего 14 лет. Вернувшись в Советский Союз, Александр Вертинский стал много сниматься в кино. И всегда это роли аристократов. «Заговор обреченных», где играл кардинала. И, как ни странно, получил за маленькую эту роль сталинскую премию. Кардинал из картины «Заговор обреченных» и польский посол в фильме «Пламя гнева». И, конечно же, губернатор из картины «Анна на шее». И он становится популярным как киноартист. Хотя и роли и были маленькие, но «Анна на шее» он ярко очень сыграл. Вот. У него появилось это, у него осталось это грассирующее «Р». Откуда это сокровище? Казанов, Цветов, Цветов немедленно. Прелле, прелле. Прелестно, прелестно. А я прикажу вашего мужа посадить на гауптвахту. За что, ваш свет? За то, что он скрывал от нас такое чудо, такое чудо. Он преступник. Нам надо... Вы ведь приняли за красоту. Вы очаровали. Очаровали. Начал же Александр Вертинский свою карьеру в роли актера еще до революции на студии Ханжонкова. Одной из первых ролей будущего певца стал ангел в картине «Чем люди живы». Там же он снимался в эпизодах в фильмах «Обрыв», «Суфражистки», «Любимый бродяга», «Король без венца». Однако после первых успехов на эстраде Вертинский надолго покинул экран. В эмиграции у него не было возможности сниматься. Поэтому после возвращения Александр Николаевич принимал все предложения от режиссеров кино. «Мы чтим твой талант, Филищев, но волнение поэта излишне в делах государства. Мы знаем уже о славных подвигах Скандербега. Возблагодарим же Господа за победы над турками. Патер ностер квесен. Патер ностер квесен. Крусифицето номен ту. Адвенят регнум ту. Фиат волюнтас туа. Сикут ин целло. Это интерра. Скандербег просит помощь. Мы пошлем им 200 штук сукна. Пусть прикроет свою наготу. Александр Николаевич поселился в Москве на улице Горького, ныне именуемой Тверская. Здесь же у Александра Вертинского родилась вторая дочь, которую назвали Анастасией. И уже находясь здесь,
уже, как говорится, получая залы. Бесконечное число концертов у него было. Его снимали, в двух фильмах сняли. Вечером его одолевала тоска. Я думаю, тоска по юности. Потому что лучшие годы все-таки его там прошли, и общение с людьми. На родине Вертинский пользовался не меньшей популярностью, чем когда-то на Западе, в годы своей эмиграции. Здесь это доставляет ему поистине огромное удовольствие. За 14 лет, проведенных на родине, Вертинский объездил всю страну. Каждый город, где он выступал, в городе был просто ажиотаж, включая Москву. Она была не такой большой, как сейчас, не было этих спальных районов всех. Все жили в основном в центре, и достать билет на его концерт, это по большому блату можно было достать только. Он был очень популярен. Был на Урале, в Сибири, в Средней Азии, в Заполярье и на Сахалине. В год Александр Николаевич давал по 150 концертов. Но столь плотный график поездок, гастролей и съемок не мог не отразиться на здоровье артиста. Умер он, говорят, ну, если можно о смерти сказать, что счастлив, он умер счастливой смертью. Александр Вертинский скончался 21 мая 1957 года в Ленинграде в гостинице «Астория» после концерта, проходившего в Доме ветеранов сцены. Рассказывают так, что он зашел переодеться в гостиницу, это в Ленинграде было, для того, чтобы идти на концерт. Ему плохо стало, он прилег и... сердце остановилось. Вот все говорят, что он вроде бы легко жил, и так вот легко ушел из жизни. Поэтому считают, что он ушел такой смертью, о которой мечтают многие люди. Уйти, как говорится, в одночасье, даже вот в одну минуту. Но единственное, он был истинно русским артистом. Ему был нужен русский зритель. И он, как говорится, пришел к этому зрителю, приехал в Россию. В мемуарах Александра Вертинского есть такая запись. «Я прожил за границей 25 лет. В гастрольных поездках я останавливался в самых лучших отелях и спал на мягких постелях. И 25 лет мне снился один и тот же сон. Мне снилось, что я, наконец, возвращаюсь домой и укладываюсь спать на старый мамин сундук, покрытый грубым ковром. Неизъяснимое блаженство охватывало меня. Наконец я дома. Вот что всегда значила для меня родина. Лучше сундук дома, чем пуховая постель на чужбине». Это была личность и своеобразие. А своеобразие всегда интересно. Я думаю, что он бы, может быть, не очень молодого зрителя, но зрителя, заставшего что-то или помнящего, или читавшего, у них бы имел успех и сейчас. И все-таки этот певец и актер оставил неизгладимый след в памяти не только своих соотечественников, но и людей во всем мире. Жизнь его была вот примером, может, пусть звучат слова громко, истинного служения искусства, по сути дела говоря. Пусть в чадящем дыме ресторана часто, вот, но это было служение искусства. И недаром вот его слушали эти богачи Америки, потому что слух о нем шел, как о великом артисте. Он таким и был. Не могу, не хочу, наконец не желаю, и приветствую радостный плен. Я со сцены вам сердце как мячик бросаю. Ну, ловите, принцесса Ирэ. Их называли «золотым дуэтом». И, конечно, главной в этой паре была она. Никто не мог и подумать, что когда-нибудь этой неповторимой фигуристке вынесут страшный приговор. «У вас раковое заболевание, вы должны немедленно покинуть лед». Но она ответила: «Мне такая жизнь не нужна». Она оставалась на катке до последнего. Звали эту женщину Людмила Пахомова. Как уходили кумиры. Смотрите в следующей серии. Дай меня, мне бесконечно жутко, мне так мучительно, так страшно без тебя.